19 апреля 1945 года. В районе центральной группы наших войск велась силовая разведка, которая переросла в бои по захвату и расширению плацдармов на реке Одер и реке Нейсе. В результате этих боев наши войска на Дрезденском направлении форсировали реку Нейсе и овладели городами Форст, Мускау, Вайсвассер. Войска 2-й польской армии заняли город Ротенбург. На Одере наши войска захватили и расширили плацдарм западнее Кюстрина. За 19 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 129 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 140 самолетов противника.